Здравствуйте! С вами Дончик Виктория Павловна, и сегодня я вам расскажу, как можно разрезать элементы диаграмм. Для этого нужно выделить диаграмму, вызвать контекстное меню с помощью правой кнопочки мыши и выбрать тип диаграммы. Выбираем вид, объемный вариант разрезанной круговой диаграммы. Нажимаем кнопочку ОК и получаем соответствующий результат. С помощью кнопок Ctrl-Z я верну первоначальный вид и покажу второй вариант, как можно разрезать диаграмму. Второй вариант я сейчас выделю в границы диаграммки и покажу. Значит, смотрите, второй вариант такой. С помощью левой кнопки мыши нам нужно выделить саму диаграмму и получить вот маркеры, чтобы они располагались вот здесь на эллипсе. Выделяем вот так, удерживаем левую кнопку мыши, перемещаем ее правее, и образуются доли. Нажимая кнопочку Ctrl-Z, покажу еще варианты. Еще можно выделить вот эту вот долю, элемент данных, отдельно. Выделяем. Добиваемся того, чтобы маркеры выделили именно этот сектор. Удерживаем левую кнопочку мыши и перемещаем туда, куда нам необходимо. С помощью этой же левой кнопки мыши можно переместить сектор обратно. С вами была Дончик Виктория Павловна, и сегодня мы говорили о том, как можно разрезать диаграмму. Спасибо, до новых встреч!